Здравствуйте, 13 мая, третий лунный день. Сложитесь у меня со стихией воды с элементом пространства. День для людей женского пола. Благоприятен для призывания благосостояния, строительства, начинать новый жизненный путь, подписания контрактов, соглашений, посадка семян во всех новых начинаниях. День благоприятен для людей, родившихся в год собаки и мыши. Неблагоприятен годам лошади и овцы. Ребенок, родившийся в этот день, будет нравственным, дисциплинированным, спокойным, материально достаточным, благосклонным, способным ко всем прикладным искусствам, обладающим способностью подавлять негатив. Стрижка волос к богатству. В Елгинском дацане будет хорал Хуон Амши для благоприятного перерождения усыпших. Будьте благоразумными.